Массовые аресты ученых в Турции. Говорят, они выступали за прекращение военной операции против курдов на юго-востоке страны. Прокуратура санкционировала задержание 21 академика. Ранее эти люди подписали обращение под названием «Мы не будем частью преступления». Всего под текстом своей подписи поставили более 1100 человек. Всех их президент Эрдоган назвал невеждами. Ученых обвиняют в том числе и в пропаганде терроризма.